Всем привет! Хочу Егорку снять, но прежде вот, смотрите, моя Жанка спит, Снежка, Снежка, Жанка, мы ее по-разному называем, Лера, ну, Василиса, понятно, здесь нет, она с утра пришла ко мне, я вставать, она ко мне, вот она у меня, она спит. Тоже у нас не спит. Мы сейчас и посмотрим. А вот у нас кто не спит. Он уже, наверное, 2 часа как не спит. То есть он встает в 5 утра. И все нормально. Ему спать уже не нужно. Да? Ты выспался? Ты мой хороший. На сегодня в школу-то не нужно. И он прекрасно знает, что маме на работу. А ему никуда не надо. И концертов нет. Даже обидно. Как-то. Перед работой концерта нет. М? Егор Сергеевич. Скажи хоть всем привет. Всем привет. Так он просто валяется. Он уже и с Масиком поиграл. А, кстати, у нас вот еще Масик не спит. Да, вот он. Вон он бегает. Ищет, где бы что погрызть. Ой, боже мой, он все грызет. Это вот как собачонок. Все коробки грызет, все грызет. Ася! Ася, кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда, иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс. Кто у нас впервые смотрит, пусть вас не шокирует, у нас нет мебели. Поэтому у нас одежда вот так на вешалах. Он что-то ищет, что-то, в общем, бегает и прыгает, уже бесится. Ну что, Егор Сергеевич? А сейчас пока чистить зубы. Иди, пойдем я тебе наведу. Вот так. Никуда не нужно. И спать ему уже не хочется. То есть я еще даже вот только-только просыпалась. Было 6 час. Ой, он уже не спал. Может, он раньше встал, я не знаю. Но он ведет себя тихо. То есть я его уже научила, что не нужно других будить. И это меня радует. А раньше он вел себя, ну, очень так неприятно, скажем, для всех. Он пытался разбудить Снежану, он пытался разбудить Василису. Или нарочно громко что-то делал, кричал, привлекал к себе внимание для того, чтобы он не один сидел. Сейчас он уже может один сидеть, то есть все нормально с этим. Даже если он пусть ночью спать не будет, он все равно никого будить не пойдет. Ну, если у него что-то не болит, конечно. То есть вот с ним сейчас все хорошо, и он веселый, он все сидит, играет. Он найдет себе конструктор, найдет игрушку, будет играть. Ой, так, ладно, пойду я сейчас ему... пасту выдавлю, потому что у нас сломался поршень, и выдавливать нужно, в общем, я с помощью другой щетки выдавливаю. Так, и вот комнату, вот смотрите у нас как, сумерки какие, это утро и сумерки. Конечно, вот в такую погоду в школу, например, вставать совсем не хочется. Доброе всем утро. Сейчас я пока... Сегодня у нас воскресенье. Я вчера утром снимала. И сегодня будет как бы, наверное, быть тенью в одно. Оп. Егор Сергеевич. В школу-то не надо. Поэтому мы уже встали. Да, Егорка? Да. Спать не хочешь больше? Вот так здорово. Наверное, все помнят, как мы его будем в школу. Вообще практически невозможно. Ладно. Я говорю, только не буди девчонок, хорошо? Все, не поспят. Может, ты поваляешься? М? А вдруг еще мультики посмотришь? Приснятся тебе какие-нибудь. Не будешь валяться-то больше? Будешь? Ну, валяйся давай. Сегодня можно, сегодня воскресенье. Сейчас пойду девчонок еще покажу.
Вот у нас, смотрите, вчера таз оставили большой. Это не просто так стоит. Это они вчера здесь с котенком играли. Он залезает в этот таз и бесится. Всем смешно. Вот наш заяц. Вот наш заяц кошачий. У него подергал хорошо. Вот так, такой. Надо будет его постирать. Подзапачкался немножко. Ну, им котенок играет, тоже его таскает везде. Ну, что у нас происходит? Лера у нас спит. Лера в любую погоду спит под тонким одеялком. Снежка. Снежка вообще, я уже говорила, одеяло не признает. Я ее окутываю легким пледиком. Под ним очень тепло. И под одеяльником. И то она вот это все скомкала, сбросила. Вот. Егор, кстати, тоже не любит окутываться. Он вообще даже раздевается. Сейчас захожу. Удивительно, что он в пижаме. Обычно он вообще до трусов раздевается. В общем, вот. Снежка тоже не любит окутываться. Это рыжий наш проснулся. Ой, наступил ему на хвост. А он даже не, ничего. Вася. Ай, фырк. Трактор. И редкие кадры, когда Васюшка еще не пришла к нам. Утро, потому что. Вот она спит со своими зайцами. О, вся команда здесь. Я уже показывала. Этого я ей вязала. Этого тоже я. А этого Лера. В общем, вся команда уложена. Вася тоже одеяло не любит. Вот пледики у нас. Одеяло все в тумбочках. Ну, на крайний случай у меня есть. Вдруг холодно будет. Снежка. Вот вроде все прошло. Но такой кашель сухой какой-то. Да, Снежок? Я так думаю, что у нее, наверное, просто слизь по задней стенке стекает. И вот она начинает кашлять, и а кашлять-то практически нечем. То есть в течение дня она не кашляет. Только вот когда или просыпается, или наоборот вот ложится. А так нет ничего. Ну что, сейчас вниз пойдем и поговорим про хандру.